Светлана, скажите, а в чем преимущество очистки воды озоном? Ну, очищают воду, как правило, тремя способами. Либо это ультрафиолетовые установки, либо это хлор, либо это озон. Если взять ультрафиолетовую установку, то озон в 6 раз эффективнее ультрафиолетовые установки. Если взять хлор, кроме того, что хлор сам по себе вреден для организма и вызывает массу заболеваний, так еще в 6000 раз озон эффективнее хлора. И очень показателен был пример вот на эту весну. Был паводок на Днепре, и в Киеве резко ухудшилось качество водопроводной воды. Как мы об этом узнали? Дело в том, что ни цвет, ни запах, ни вкусовые качества воды из крана не поменялись. Но у наших друзей, у кого были такие же озонаторы, как и у нас, они обнаружили, что после озонатора начал выпадать осадок, потому что озонатор работает как коагулянт. Когда... И что они увидели в воде? Они увидели желтые примеси. Вода стала после озонатора окрашиваться. Причем озонатором они чистили после того, как вода прошла через очистительную систему в их квартире, через у кого-то есть фильтры, у кого-то есть коагулянты. И после всех этих современных систем, которые у них уже есть, они напоследок ставили озонировать воду для того, чтобы сделать ее лечебной. И видели, что вода на глазах желтеет. То есть что? Получается, что очень многие установки, которые есть и применяются в быту, они не так эффективны, как озонатор. То есть если даже фильтровать воду, то ее надо фильтровать после озонатора.